Устроители летнего фестиваля «Белые ночи» намерены возвести на Эспланаде настоящий город-праздник, жизнь которого будет продолжаться 2 месяца. Авторы проекта поясняют, внутри этой территории установят несколько концертных сцен, кинопавильоны, на отдельной площадке пройдут уличные представления, будут размещены мастерские ремесленников и сувенирные лавки. И в этом году представлений будет много, и будут еще отдельные всяческие объекты. Допустим, фестиваль песка, где будут представлены 30 огромных скульптур на темы тех мыслей, которые великие люди оставили нам в наследство. Внутри этого городка будут работать выставки. Авторы проекта фестивального городка намерены устроить на Эспланаде песчаный пляж и 2 бассейна для взрослых и детей, каток с синтетическим льдом, а также многочисленные кафе и фудкорты. Но притворить масштабные планы в жизнь было бы невозможно без участия бизнеса. Пермских предпринимателей пригласили на презентацию проекта фестивального городка. Представители муниципалитета рассказали об условиях, на которых они готовы заключать договоры с потенциальными бизнес-партнерами. Мы хотели бы, чтобы к нам пришли бизнесы, которые имеют изюминку, имеют диковинку. Нам не нужны просто филиалы магазинов. Это фестиваль, это праздник, который должен присутствовать во всем том, что будет присутствовать на фестивальных площадках. Это и антураж, это и придумки в меню, это и различные дни, там, я не знаю, такой кухни, и таких предложений и всего остального. Поэтому мы очень надеемся на партнерские отношения с бизнесом. Оргкомитет фестиваля, в свою очередь, создаст все необходимые условия для того, чтобы жизнь городка была насыщена множеством интересных событий. Здесь планируют проведение спортивных состязаний, а также концертов, спектаклей и выставок. Подать заявки на участие в фестивале предприниматели могут до 10 апреля. Дополнительную информацию можно получить по телефону 212-97-96. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.